Дорогие друзья, дорогие дети, Новый год на носу, а у нас с вами до сих пор нет елки. Но не расстраивайтесь, сейчас мы исправим эту ситуацию. Возьмите картон и пока нарисуйте на нем то, что вы хотите увидеть на нашей елке. А я тем временем займусь изготовлением новогодней красавицы. Для работы нам понадобится 5 листов гофрокартона размером 1,5 на 1,20 м. Будем их делить пополам. Проводим линию. Здесь важнее даже не столько ее прочертить, сколько продавить, потому что гофрокартон жесткий, и тогда нам будет легче его складывать пополам. Ну, надо посмотреть, что там делает детвора. Эй, молодежь, как дела? О, да я смотрю, там неплохие елочные игрушки. Там у нас есть домики, елочки, кружочки и звездочки. Это то, что нужно. Ну, пускай работает, не будем их отвлекать. Продолжим. Теперь нам нужно заготовку приблизить к форме елки. Отрезаем лишнее. Одно из оснований елки готово. Таких нам понадобится 5 штук. Дальше будем размечать ветки с помощью скотча. Ну вот, чем больше пересечений, тем жестче конструкция. Но мы не должны забывать о стволе, который пройдет у основания. Все, что не заклеено скотчем, вырезаем. Все элементы нашей елки готовы. Теперь я, так сказать, в картонном лесу. Соединяться все будет гранями в звездочку, но без клея, а с помощью елочных игрушек. Дети все уже нарисовали. Ну-ка, давайте сюда. Сейчас мы их вырежем и соберем нашу елку. Ой, красота. Ну, начнем. Так, домик отличный, красненький, как я люблю. Друзья, и самое главное в нашем деле – не забыть сделать этот маленький пазик в каждой игрушечке, потому что именно он держит все наши елки вместе.